Всем привет! В этом видео я вам покажу, как построить новую АФК-ферму. Для ее постройки нам понадобится 6 порталов. Если у вас нет 6 порталов, в этом видео я вам расскажу несколько способов, как их получить. Сейчас я вам покажу, как она работает и как она выглядит. Здесь у нас стоит колесо и 3 портала, а также небольшая палочка из пластика и кнопочка. Когда мы нажимаем на кнопочку, то у нас начинает все крутиться, и порталы едут к спавнам. И они проходят по всем спавнам и забирают игроков с этих спавнов. Дальше у меня находятся поршни, которые выдвигают еще 3 портала к следующему испытанию. Здесь у меня активируется 140 поршней. И когда они активируются, они проходят до следующего испытания. И туда переносят 3 портала. Сейчас я вам покажу, что будет, если докоснуться до этих порталов. Нас тпшит к другим порталам, и здесь персонаж погибает. Проходит он по 2 уровням. И за это время он получает 30 золота аж. Если у вас нет 140 поршней, то их можно купить в магазине. Или скопировать. Но если вы не знаете, как скопировать, в следующем видео я вам расскажу, как это сделать. Но сейчас я вам покажу, как строится эта АФК-ферма. Она строится довольно быстро. Мы берем деревянный блок и ставим шаг перемещения на 0.5. И рядом с дорожкой ставим блок, чтобы он немножко заехал в дорожку. И ставим 6 блоков. Теперь рядом ставим обычное колесо, в магазине оно продается за 750 золота. И удаляем дерево. Теперь нам нужно поставить блок пластика и смасштабировать его. Ставим масштаб на 100. Или если у вас нет рулетки, то просто ставите 50 блоков. Такая вот длинная палка получается. И ставим здесь 3 портала. 1, 2, 3. Теперь я перекрашу все это. Розовый цвет не очень мне так нравится. И эти порталы обязательно нужно раскрасить в разные цвета. Готово. Сейчас мы построим механизм, который будет наши порталы передвигать. Мы берем любой блок. И вот здесь вот есть небольшой бугорок. И рядом с ним ставим блок дерева, чтобы он немножко заезжал. Теперь либо масштабированием, либо просто ставим 10 блоков. 10-й нужно убрать. И здесь поставить еще один. Но уровень скрепления должен стоять на красном. И теперь масштабируем вверх, или просто ставим вверх несколько блоков. Теперь мы берем поршни и начинаем их отсюда уже ставить. 140 поршней. Всего нам понадобится 154. Затем ставим блок пластика и либо его масштабируем, либо ставим еще 7 блоков. И сохраняем обязательно. Почаще сохраняемся. Отключаем у всего анчор и ставим длина поршни на 9. И выделяем первые 15 поршней. Шифтом на компьютере или по отдельности на телефоне. И ставим у них длина поршня на циферку 6. Также у всего нужно отключить анчор. Также у колеса нужно поставить крутящийся момент на оранжевый. И у палки и 3 порталов нужно отключить коллизию. Тогда они будут проезжать сквозь деревья. Сейчас мы установим еще 3 портала. Берем поршни, которые у нас остались, 14 штук, и ставим их в пластику. Пластик я перекрасил в голубой цвет. Готово.
Теперь выделяем шутон на компьютере, эти 14 поршней, и ставим их передвижение на девятку. И ставим 3 портала здесь. Но нельзя, чтобы порталы прикасались к поршням, а то поршни не будут работать. Теперь перекрашиваем эти порталы в такие же цвета, как и другие порталы, которые у нас стоят на палке. И отключаем у всего этого анчор. И сохраняем. Также ставим любую кнопку. После сохранения мы уже можем запустить и посмотреть, как работает. Нас тпшит. Сразу на первое испытание. И здесь мы немножко проходим. А теперь способы получения порталов. Для получения 4 порталов нужно пройти испытание с кристаллами. Сейчас я вам покажу легкий способ, как это сделать. Строим платформу из любых блоков. Ставим ракету, еще одну. И ставим как можно больше пушек, сколько у вас есть. Ставим кресло пилота. Сохраняем. И ставим 2 золотых гарпуна. Теперь нужно лететь к уровню с кристаллами. После того, как мы долетели до этого уровня, к гарпуну прицепляемся к стене и отключаем ракету. Можно включить анчор на платформе, если у вас есть отвертка. А если нету, то тогда присоединяйте второй гарпун. У меня есть отвертка, я включу анчор. Теперь пушками нужно сбить как можно больше кристаллов за маленькое время. Я сбил много кристаллов, на меня нацелились какие-то лазеры и телепортировали меня в секретное место. Теперь бежим вперед. Вот здесь у нас есть 3 отсека с лазерами. Тут, сюда нужно принести кристаллы. Есть также 2 портала. Идем к зеленому, который находится справа. Заходим. Тут есть белый, красный и серый. Идем в белый. Здесь есть розовый и оранжевый портал. Захожу в оранжевый. Это тупик. Захожу в розовый, и здесь находится желтый кристалл. Беру его, и теперь нужно вернуться обратно. Возвращаюсь через желтый портал и вставляю его в любой лазер. Готово, и также нужно найти еще 2 портала. Снова нужно бежать. Бедные мои ножки. Только им бегать сегодня нужно. Заходим в красный портал. Здесь есть синий, я в него зайду. Здесь есть либо голубой, либо в черный выбор. Голубой не нужно заходить, идем в черный. Заходим в черный портал, и здесь у нас находится белый кристалл. Его берем и снова возвращаемся. И устанавливаем его в еще один лазер. Сейчас нужно найти последний кристалл. Ну а пока мы бежим, я бы хотел бы вас пригласить в свою группу в Дискорде. Здесь вы можете даже попасть в видео. Ссылка есть в описании под видео. Заходите, смотрите. Ну а сейчас мы продолжаем наше путешествие. Бежим в портал, заходим. Идем в серый портал, и здесь облегчение для моих ног. Даже никуда бежать не надо. Просто стоит оранжевый кристалл. Теперь бежим и устанавливаем его. Все, забираюсь по лестнице, вставляю его, и здесь что-то начинает происходить. И здесь появляется сундук. Ну, я его уже брал. Но если вы его не брали, то тогда возьмите. Здесь вам дадут 4 портала и
200 золота, кажется, если награды не поменяли. На этом видео подходит к концу. Оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Надеюсь, что у вас все получилось. Всем пока-пока!